Здравствуйте, товарищи. Доброго времени суток. Мы начинаем свой влог с завтрака. У нас есть картопля вчерашняя. Очень салат свежий. Да. Капуста тоже. Уже не знаю какой давности. Да ладно. Ну потому что она квасилась. Рассказывает. Квашеная капустка. Я из квашеной капусты и с картошечкой. Коля картошечку. И с салатиком, с большим количеством лука. Конечно. Говорим тихенько, потому что Стасики еще спят. За той дверью. Вот там вот Стасики спят. Там мы решили позавтракать, потому что мы уже ждали, пока проснутся, но не дождались. Да, проснуться будет отдельно кушать. Угу. Кушать, завтракать. У нас сегодня солнышко вышло. Смотрите, как вчера. Вот вчера такого солнышка не хватало, да, Катя? Угу. Пока лазили. Вот. Ну, было, но не так сильно. Ну да, было, но не так сильно. И он ёшка, смотрите, что подлец делает. Типа я чуть-чуть, я совсем немножко посмотрю. Можно я посмотрю на стол? Хотя бы чуть-чуть. Картошку все равно не ешь. Ест он картошку. Нет. Чуть-чуть ест. А ты попробуй, да? А ты насыпь. Ты попробуй. Зараза такая. Всех управили, все сделали. Я сейчас два видео смонтировала. Потому что вчера мы два выложили, да? То, что с утра смонтировала, и все. Не успела доделать. О, я же сейчас буду получать. Обнаглел. Лезет все выше и выше, да? Конечно. Зараза. Ёжа, ну сейчас же нарвешься на неприятности. Видел? И он сразу раз, и ты слышишь, что он делает? Вы слышите? А, вы, наверное, не слышите. А вон этот. Хр-хр. Смотри, бы сейчас и шарик лопнет. Он играется с ним. Да не рука. Он мурчит. Угу. Коля его ругает, он мурчит. Типа, ну папа, ну смотри, какой я маленький. Смотри, какой хорошенький. Зачем ты меня это... Надо что взять? Кетчуп почешу. Возьми кетчуп, почешу. Обнаглевший котяк. Так, не мерчи, ты сейчас точно получишь. Ёша, вот это не надо. Коль, убери Стаса во вино с это, со солнца, пожалуйста, я ж просила. Что? Стас во вино с солнца убери, сейчас солнце повернется и как бахнет оно. Короче, все, садимся кухонькой. А, у Коли же еще мяско. Что ты сказал, я же не помню, со вчера. Не знаю, да, кусочек остался. Ну, точнее, как там, больше кусочек был я. И лучше. Стасу оставил. А, половину. Еще Стасу оставил. Ну, мужикам мясо надо, да. А, ты смотри, заделился. Ну. Напополам разрезал. Да. Ну, хорошо тогда. Все, мы кушаем и ложимся спать, да? Да, офигеть. Надо пойти деревья досадить, розочки досадить. Мы вчера посадили еще розочки. Вечером, пока шашлычок жарился, посадила я розочки. Стасик выкопал ямки, а я русский посадил. Короче, ребята, лайфхак, ты не очень справился. Почему? Плохо? Угу. Я раздмухивал очень долго. Угли? Не, они подожглись, конечно, снизу. Угу. Какой-то жар появился, но домухать пришлось, не знаю, минут 10. Мы же дальше просто ничего не снимали. По поводу приготовления. А-а-а. Ты вообще не снимал, да, как шашлычок жарился? Что ж ты такие кадры-то не заснял, Николай? Я там была занята вся в розах, а Николай почти как... Ёжка, он тебя сейчас будет кусать, ляпок. Что ты скажи, папа, да что ты... Никаких застольев. Никаких застольев. Вообще дохал, блин. Еще тот. Так, все, всем приятного аппетита, кто кушает с нами. И доброе солнечное утро. А вам хорошего солнечного дня. Вон как Ремка делает красивого. Красиво. Ну что ты перестал красивого делать? Ну это же было так красиво. Папа не пускает, скажи, в будку. Папа не пускает. Скажи, потому что я вонючка. Потому что я хорошо быстро утром покушала, а теперь у меня вздутие животика. Да. И на улице мне одному скучно. Сделай красивого. Красивого сделай. Ой, красивый. Сделай красивого. А, так я вам зевну на камеру. Красивого сделай. Ну, давай красивого сделай. Сделай красивого. Давай сделай. Сделай красивого. Сделай красивого. Ну, давай. Вот идешь. Пришел. Чё пришел?
Что ты хочешь рассказать? И не матюкайся тут. Ты посмотри, что за возмущение. Видите, как он с нами разговаривает? Пытается рассказать. Вот так. Нет. Иди давай. Откуда пришел? Ты хоть бы раз умылся, Рэм, сам. Иди давай. Шум. Вечно ходишь неумытый. Обидится сейчас. Скажи, сейчас обижусь. Давай, иди. Я сейчас обижусь. Иди там ляж. Я обижусь, я. Иди там ляж, говорю. Я обижусь. Рэм, иди туда. Давай. Скажи, все, я на вас обиделся. Что за все. Люди? Что за люди? Лягай там красиво. Ой, красиво лягай. Папа. Лягай красиво, давай. Лягай. Красиво. Скажи, я вам и красивого делаю. Все. Недокрасивый какой-то. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, сколько в этих глазах этого боли, да? Со стола хлебушку не дают, бессовестные. Она так лежит хорошо, вот здесь, краешку прямо. Не, а нельзя, а нельзя. Это будет вообще шоу. Доброе утро, Станислав. Доброе утро. Мы уже здоровались. О, Ева, это ты там толкаешься. Это ты тут толкаешься, да? Так, что, ОСБ. Заносится ОСБ. Да, наконец-то у меня есть помощник. Да. Слушай, Николаш, а вы так заносите, чтобы потом пройти там и проехать можно было? Не-не-не. Не, реально. Только так, чтобы не пройти и не проехать. Конечно. Аккуратненько, аккуратненько. Не убейте собачек-кошечек. А я сейчас приготовлю, пойду завтрак. Для Стасиков. Готов. А. Да. Покажи розы вон. А, ну да, эту штуку обрезать надо. Вот это, блин, срочно обрезать надо. Вот. Мы вчера розы посадили. Сейчас надо поприсыпать, видите? Ямку видно, где она была посажена. Это все поприсыпать надо. А вот это обязательно обрезать надо. Вот это. Это ни в коем случае нельзя оставлять. Вот эти все, потому что оно испытывает сейчас стресс. И только будет хуже. Там, где обрезаны, вот, видите, там, где она мне сразу обрезала их, то там, в принципе, более такие хорошие стоят. Там, где не обрезано, оно уже повяло немного. Эту посадили. Но это кустиком будет вот таким где-то, невысоким. Вот. Следом идет сразу высокая, это у нас белая роза. Потом вот опять высокий кустик. Вот тоже, видите, посадили. Блин, что-то мы, по-моему, их заглубили, нет? Блин, я боюсь, что мы заглубили их. Уже ночью вчера сажала, блин, фиг его знает. Ой, господи. Сейчас разгорну немножко, посмотрю. Непонятно. Так, это у нас было, это моя вот эта яркая красная. Вот, вот ту еще посадили. Тоже она высокая. Какая из них цвет, непонятно. Видите, она мне сразу их пообрезала, как надо. Вот, тут только надо обрезать. Вот эту посадили, тоже непонятно, что за цвет. Вот, и вот это вот. Но эту точно мы не заглубили, это нормально. И та нормально. А вот та первая, блин, вторая, вернее. Фиг его знает, я вроде выдергивала ее. Надо, блин. Короче, вот получается. Чтоб вы понимали. Раз, два, три высокие. Ну, они будут такие же, как вот эти высокие. То есть, вот. Три высокие и одна низенькая. Как раз будет такая она яркая, красивая. Она будет начинать вот эту всю нашу красоту. Блин, уже собака потопталась. Начинать будет всю нашу красоту. Потом белая, потом еще какая-то. Потом темно-красная, потом еще какая-то. Какие цвета, не помню. Брали-брали и не помню. Надо газон скосить. Так, а тут надо поприсыпать. Сейчас пойду завтрак приготовлю, все пообрезаю, все поприсыпаю. Надо найти ножницы, где Коля вчера их затаскал. Коль, а где ты вчера ножницы затаскал? О, вон они, вон они. Сейчас как раз. Нет, сначала обрежу, чтобы оно не испытывало стресс. А потом пойду готовить завтрак. Вот, короче, она говорит, прям не жалей, а прям бери и прям нормально режь. Прям их хорошо. Я думаю, вот прямо, наверное, вот так, да? Вот, короче, где-то, наверное, вот так прям. Брать и резать, да? Оп. И эту тоже. Вот так вот, оп. Прямо так. И эту тоже. Видите, она там. Вон, что. Есть у нее вот эта штука. Надо обрезать ее обязательно. Оп. И все. Вроде бы все пообрезала.
это убрать надо. Но она будет вот такого цвета, видите? Видно вам или не видно? Потому что солнце за это я не вижу в камеру нифига. Вот такая вот штучка. Вот. Так, и хочу попросить сразу прощения, кому я обещала вчера выложить... Вчера была суббота. Обещала выложить этот... Господи. Ой. Как он называется? Не капустняк. А, капустняк, да. Капустняк. Сразу прошу прощения, девочки и мальчики. Вы вчера... О, вот еще. Видели, что я это самое... Мы целый день проездили. Вот, потом пока сажали, это ж неотложно было. Поэтому сегодня Коля склепает это видео и выложит обязательно с капустничком, все это сделает. Вот уж простите, пардон. Ссылочка будет в описании всего этого дела. Так что так. Все, здесь обрезала. Это убираю. Вот так вот. Жалко, конечно, но она говорит, оставлять нельзя. И мне еще нужно сегодня эти посадить. Блин, солнце, их надо убрать. Это низкорослые эти розочки. Посадить их срочно, их надо. Сейчас я их уберу солнце и тоже обрезать, чтобы они не страдали, не испытывали боль от этих от цветочков. Тут такая есть красивая такая. Видите, такой цвет красивый-красивый. Не знаю, видно вам или нет. Морковный. Смотрим. Главное, чтобы это все принялось. Сейчас приготовлю завтрак. Это надо убрать в тенечек. Потом приготовлю завтрак и сразу же их посажу. Вот сюда. Так, Матрюх, ты опять кашляешь? Что с тобой такое? Так, а это я вчера вот так вот обрывала, этот надо сегодня вынести туда на общую кучу. На как нашу выгребную яму, не. Как называется эта штука там, где слаживается все, же перепревала. Называется она... А, короче, не помню. То, что яма, только у нас куча. Так, все, погнала. Ёлки, надо замочить. Сейчас Коле скажу, хай ведерко поставит с водичкой. Коля! Коль! Вот пошли носить одни. Зай! Коля! Николай! Я уже делаю кушать. Куда вы там почапали? Чего? Я ж кушать сейчас сделаю. И что вы там так долго делаете? Я думала, вы туда-сюда USB перенесете и все. Ну ладно, все хорошо. Погнали. Гляньте. Прям слышно, да? Работает, да? Все. Стас с Надеждой садятся кушать. Вот заботливо Коле оставленный кусочек мяса у Стаса. Квашеная капустка, картошечка. А, и яйцо. О, яйцо точно. У Надежды картошка, свежий помидор, салат в смысле, и тоже яйцо. Все, приятного аппетита. Кто кушает со Стасами? И хлебушка.